мы сочинили ее вместе с Иваном Соколовским, нашим клавишником и соорганизатором «Ночного проспекта». Вот здесь присутствует Дмитрий Кутерген, который принимал участие в работе над этой композицией, в частности, альбомом «Кислоты», на котором эта песня появилась впервые. Это, опять же, период 87-88 годов, но песня не устарела, как мне кажется. Итак, мне не нужна информация. А ведь никуда не денешься, Лёша. Переходим к затяжной кульминации концерта.